Сегодня 5 лет, как нет с нами, с вами, нашего дорогого Ильдара, нашего Элика, нашего Рязанова. Мы жили на его картинах, мы любили на его картинах, мы очаровывались его картинами, мы влюблялись на его картинах. Он был человек удивительно веселый и печальный, мудрый и необыкновенно честный. Честный в своем творчестве, в своих позициях, в своем отношении к людям. Его не любить было невозможно, а его творчество. Но без него мы не живем уже сколько лет, даже уже как-то и банально повторять. Это действительно какая-то ирония судьбы, что уже много-много лет мы смотрим каждый год на Новый год иронию судьбы. Вспомним его сегодня. Поднимем рюмочку и скажем: Ильдар, здравствуй.